Всем здорово, ребят. Ну что, мы на аккаунте Лениво продолжаем трэш. Не было времени у меня с роллингами, немножко много роллингов было, я уже отхожу от этого. В общем, аккаунт Пересвета, опять же, куча плюх. Сегодня мы будем с вами, возможно, немножко разговаривать, будете давать свои советы в комментах потом. В общем, по волнам я пока остановился, дальше AI Ajay. Мы сделаем расстановку и будем пробовать. Как видите, здесь здания не особо вкачанные все. Но думаю, нам этого хватит, если мы гарнизон расставим. В общем, можете написать, какую расту и какие герои вы хотите видеть на волне AI. Ну и для других, думаю, будет полезно, чтобы люди видели, кто ее как прошел. Также, каких героев нам надо качать. Я сейчас вам покажу алтарь. Вот такой вот у нас алтарь. Уже есть топовые герои, топовые прокачки некоторые. Прорывы, как видите, 30-е даже есть. В общем, но герои не все. И для подземок, вот о чем я говорил, алтарь, это не только для волн, а именно для подземок. Каких героев вы бы использовали из тех, которые у нас есть? У нас есть, посмотрите, практически кроме Зефирки, Дрейка, ну Дрейка, Оккультист, Вален, то есть есть практически все герои, но нету у нас, кстати, Минотавра. То есть мы идем постепенно, медленно, уверенно к Минотавру. Половинка только собрана Минотавра, на подземке нет. Но зато есть другие топовые герои. В общем, напишите в комментах, кого бы вы качнули. Я сейчас вам покажу алтарь, что у нас интересного есть. Есть Ворожей, Рейка, Лазуля, Огник. Ну, то есть, видите, герои. Есть возможность качнуть топовые таланты. То есть, перекачать надо будет некоторым таланты. В общем, пишите, кого бы вы хотели. Но я знаю, кого точно надо качнуть, это Атланта. Атлант нам нужен будет как для древних испытаний, точно так же он нам нужен будет. Я не помню, это мы качали разве его? Это он качнул уже. Что-то я не помню. А, или я это качал, уже вылетел из головы. В общем, Атлант нам нужен будет для подземок, для древних испытаний однозначно. Вот такой вот у нас Атлантик. Мы даже ему сразу повысим. И жены, мажоры, короче, девятку Атланту вкачали. Его мы будем качать. Это однозначно. Это один из героев, которого придется прокачать. И он должен быть прокачанным, потому что он реально тащит. Старенький герой за ККшки, но он реально тащит. Так, у нас включили шарик уже. Надо не профукать. Не профукать свой шанс на сардельке. Такс. Окей. В общем, так вот, напишите в комментах, а мы поехали пооткрываем плюшечки, которые у нас есть. Что у нас интересного есть? Камешки на смотрителей. О, то есть вот это вот реально самые топовые сундуки для прокачки. То есть сундуки замка. Если у вас есть возможность купить, покупайте именно их. Не покупайте там расходники отдельно. Покупайте именно сундуки замка. Отсюда вы вытащите все для прокачки ваших героев. То есть вы не будете нуждаться ни в чем. То есть это самое основное, что есть на сегодня в битве замков. Это именно эта тема. Ну и конечно же надо питомцев качать. Сейчас мы пооткрываем. Посмотрим, что у нас тут по пэтам делается, а то я так и не забегал, не смотрел. Вот так с ним с Лиганца познакомились, прошли ему вот сколько там, 5 или 6 волн. Без особой расстановки, без ничего. Сейчас будем пробовать. Древние попробуем, посмотрим, что у нас есть по плюхам. Так, отлично. Чик. Нет, это не та имба, которая нам надо. Так, ну это повторочки все, это все приятно. Так,
С этим мы разобрались. Тоже надо пооткрывать все. Так, отлично. Он фон брал или что? Нет, у нас нет. Так. Хорошо. С этим разобрались. С волнами разобрались. Поехали попробуем разобраться с древними испытаниями. Сейчас только я зайду, гляну, что там у нас по смотрителям. Потому что здесь они реально решают. Смотрители, если есть возможность, надо качать. А, видите, вот здесь можно подкачать. Ну, силушка, как видите, выросла. Такс. Ну, давайте попробуем. Форм тим сделаем. Я думаю, что мы сейчас должны где-то далековато забежать с такими героями. Как думаете? Ну, хотя у нас очень много героев не вкачанных. И тут надо совсем другой смотритель. Тут надо серенький смотритель. Ну, это ж мы. Такс, такс, такс. Ну-ка, 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 на-ка. Блин, давно я уже, кстати, в древних испытаниях не бегал. Смотрите, на... Без проблем. Ну, 30-е прорывы, ребят. Куда там? Куда там? 17-е пройдено. Стартуем сейчас с фрейки. Ну, блин, с такими героями, я думаю, тут и можно будет скоро все пройти. Ну, в общем, для этого у нас есть этот аккаунт. Некроса я вообще даже не заметил. Да, прорывы, конечно... Сейчас поменяли игру совсем. Вот, а теперь наш смотритель. Ой, блин, я помню, я тут мучился когда-то. Даже Анубиса не взяли. Зачем здесь Анубис, вот реально? Для чего? Блин, вот есть куча у нас хороших локаций. И очень жалко, что они все мертвые уже. Вот он, первый огник. Блин, я помню, как мы мучились тоже здесь с этими огниками. Но мы сейчас бегаем даже без Атланта. Как видите, Атланта мы... Ну, Атлант нам нужен будет для других целей. Ну, а пока, как видите, мы огнику можем смело... У нас, кстати, и по отхилу только один выражай. Надо дерево там брали, кучу всего. Ну... Просто налегке. Еще один огник. Ну, огника вот именно здесь, без донатом, надо сливать именно атлантом. Ну, надо кучу заходов удачных и прочего. Как видите, тут вот просто изи. Нам даже нам не надо тыковка. Ой, тьфу, ты тыковка, говорю, Анубис. Может и надо. Уже, наверное, надо. Дерево надо. Эти стрелка не добили. Интересно, интересно. Это, кстати, переломная тоже. Ну, вроде нормас. Фрейя тащит, ребят. Остался один бедненький урок. Это лашка. Вот смотрите, уже 22-е. Пора заканчивать с этим, а то сейчас еще все пройдем. Вообще будет, не будет что проходить на аккаунте. Ну, как видите, при небольшом донате, я говорю, это небольшой донат, можно себя в игре нормально чувствовать. Но это не на всех серверах. Это я имею в виду вот такие серверы, как этот, то есть английский сервер, IaaS сервер, там другие сервера. Можно некоторыми паками очень выгодно скупиться и прокачать. Так, поехали.
Просто тупо заходишь, выпускаешь. Заметьте, что мы даже ни эмблем не собирали, ничего. Все просто выбрал героев и вперед. Некоторые даже на первую эволюцию. И этого вполне хватает. Надо будет начать на Сарделе фармить. Ну, нормально, видите, разогнались без проблем. В общем, добежали мы до 25-й, это что мы получилось? 24, 4, 5, 6, 7, 7 или 8 зафармили. Причем без напряга, ребят. Вот интересно сейчас попробовать. Но тут нереально. Кто смотрел душика или кто будет смотреть, посмотрите видосик с душиком. Вы поймете, что такое душегуб на максималках. В общем, пишите в комментах, какие герои мы будем собирать для подземок. Мне вот интересно, кто угадает, а кто нет, с какими героями я буду проходить. В данном случае кошмарки, ну и в общем будем проходить дальше волну. Я пока буду их качать, потому что вам прокачивать это будет очень долго на видосах. В общем, ставьте лайки, жмите репостики, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.